Водные процедуры любимы не только за их пользу, но и за приятное ощущение отдыха, расслабления, за то, что вода позволяет отбросить лишние мысли и полностью забирает негатив, как эмоциональный, так и физический. Здесь, в санатории Солодче, целый ряд водных процедур. Гордость – новинка. Солодковая ванна. Это очень редкие ванны. Они отпускаются всего в нескольких санаториях Российской Федерации. Обладают очень хорошим действием на иммунную систему. Работают по бронхолегочной системе, стимулируют работу желудочно-кишечного тракта и также воздействуют на кожные рецепторы. После принятия этой процедуры кожа становится бархатной. Процедуру проводят в том числе детям. Удивительно эффективное воздействие замечают пациенты уже после одного курса из 5 процедур. Ванна «Атлант» принимается под руководством мануального терапевта, который с помощью нее убирает мышечные зажимы и другие неприятные ощущения. Очень часто сдавливают позвонки, корешки спинного мозга, за счет чего появляется болевой эффект в ногах, в пояснице, в грудном отделе, в шейном. Вот придумали такую ванну, где идет расслабление мускулатуры. В ней также можно сделать предварительно гидромассаж. Врач выбирает программу, выставляет вес и растягивает позвонки. Гидромассажная ванная есть и как отдельная процедура. Делается общий массаж с погружением полностью в воде. Делается с помощью напора воды, который идет из шланга под водой. Массаж общий, тело расслабляется. Струя воды дает более глубокое, чем руки. Ощущения очень приятные, всем очень нравится. Еще одна гордость санатория – грязевые ванны. Причем здесь есть два вида грязи с различным воздействием на организм. Сакские грязи – это уникальные грязи. Это первое месторождение, которое было открыто в 1828 году. Они относятся к сульфидно-иловым грязям. Это из соленых морских водоемов. Чем они богаты? Серой, естественно, сульфидами. За счет этого идет вот это действие на опорно-двигательную систему, на нервную систему. И эти грязи мы привозим с Сакс, Крыма. Сапожковские грязи немножко другие. Они относятся к торфяным грязям. Это ультракислые грязи, аналог францинбанского торфа. Таких месторождений на земном шаре очень мало. Вот в Германии есть такое месторождение, и у нас в Рязанской области. Восстанавливают нервную ткань, работают по опорно-двигательной системе, снимают воспаление суставов позвоночника, работают по женскому здоровью, по бесплодию, по псориазу, по кожным заболеваниям. Поэтому спектр очень большой. Прежде чем назначить то или иное воздействие, пациента осматривает опытный врач. В санатории широкий спектр оздоровительных программ, опорно-двигательной системы, желудочно-кишечного тракта, эндокринные заболевания, прежде всего диабет. Из нового – профессиональные заболевания, связанные с воздействием производственных факторов и постковидное восстановление. Жизнь нас заставила этим заниматься, это последствия ковидной инфекции. То есть таких пациентов много, они едут из разных регионов, и осложнения там реально действительно есть, потому что прежде всего поражаются, конечно, легкие, венозные системы. Вот мы разработали несколько таких программ, которые вот способствуют реабилитации этих пациентов после перенесенной инфекции. Демократичная ценовая политика, постоянное обновление базы, аппаратный, методический комплекс лечебных факторов, косметология лица и тела – все это существенные плюсы. И, конечно, уникальный ландшафт Солодче, сосновый лес и берег реки, соседство с монастырем и легкая транспортная доступность. Все эти факторы становятся решающими при выборе места отдыха людьми из дальних регионов. Мы уже здесь третий раз. Вроде то мы по одной или как бы лечились от одного. По одной программе теперь, да. Лечились, да, теперь по другой программе. Программ очень много, выбирать можно любую. И здесь воздух. Какой же здесь воздух? Это прям дышится очень легко. Потом очень много процедур. Уважительные врачи, уважительные медсестры. Уборка в номерах тоже ведется постоянно, все меняется, все очень хорошо, нам очень здесь нравится. И у меня где-то с 94-го года проблемы с спиной, но вот я проезжаю полгода, я хожу изумительно, ну, здесь там пашу на огороде, ковыряюсь, хоть бы здесь и сидели бы по месяцу, жили. Выбор на санатории выпал однажды случайно, и вот семья Тарыгиных уже в третий раз здесь, и явно не в последний. Их очередная мечта – побывать здесь зимой. Самое время позаботиться о путевке на новогодние праздники.
Для отдыхающих уже готовится праздничная программа, новогодние рождественские банкеты. На территории будет работать каток и прокат коньков. Для тех, кто приедет с детьми, тоже радостная новость. Пока вы будете отдыхать, с ребятами посидит опытный воспитатель.